Вокальный групп. У нас сегодня такой выдался, и Яна часто жалуется, что, например, приходят какие-то солистки, я на нее не обращаю внимания. Вот, пожалуйста, тебе и солистки, то и солисты. То есть и тебе, и мне угодили, да? Да, мы приветствуем в прямом эфире вокальные группы «Камея» и «Акцент». Доброе утро! Доброе утро! Хором-то, как мы любим. Вы всегда ходите в таком составе МЖ? Практически, да. Микрофон нужно говорить. Хорошо, простите. Да, практически всегда мы не разлей вода. Михаил фронтмен, как я понимаю, коллектива «Акция». Можно и так сказать. Вы как при каком-то учреждении культуры или просто такие, а, давай вместе соберемся и будем петь? Частично да, частично нет. Дело в том, что все мы являемся непрофессионалами в своей деятельности, абсолютно любители, но при этом мы все вместе собрались в культурном учреждении Дворец культурных инициатив, или Центр культурных инициатив. Это краевое учреждение культуры, которое находится по адресу Ползунова, 13. Собственно, именно там это учреждение собрало нас всех вместе, и мы, собственно, рады теперь быть таким большим коллективом. Собственно, нас вообще этом... гораздо больше. А как давно существуете вообще? Очень давно. Очень давно. Вообще, собственно, скоро в следующем году будет праздноваться 25-летие вокального этого коллектива. Мы, в ваших коллективах двух? Да. Собственно, мы, естественно, не 25 лет. Я хотел сказать, вы так хорошо сохранились все. Да, спасибо. В общем, мы, естественно, пришли гораздо позже, но, собственно, сам коллектив, он существует 25 лет, и поэтому в следующем году, в 2017, мы будем праздновать, собственно, 25-летие, и это будет очень здорово. Обязательно приходите на наши концерты. Михаил, не будем... Позвал меня на концерт. Не будем скрывать, что, между прочим, телекомпания «Фонтов» исполняется 25 лет. Моя любительница вокалистов. И я, как понимаю, сейчас первый номер прозвучит от «Камеи». Совершенно верно. Да. Можете сейчас отконферантить их, и а девочки будут петь. Итак, вашему вниманию, вокальная группа «Камея». Да, все, встречайте. Проходим туда, спасибо. А мы будем... Музыка! Светит всем одинаково. Любовь идет под разными флагами.
понимаешь? И не надо париться, встречать Новый год перед телевизором. А я не парюсь. Спасибо большое, девушки. Это было просто превосходно.